Девочки, ну что у нас здесь? У нас прошло 10 минут. И вот уже вода выпрела, видите? А вот, выпрелевает водичка. Я подсолила адыгейской солью сейчас. И облила немножко, чуть-чуть растительным маслом. Вот, добавила растительного масла и немножко вот так помешаю сейчас. Из крышки готовлю рис. Помешаю. Все. И пускай вода выпревает. Убавила огонь. Кипела минут 10. 7-8 минут на сильном огне. Сейчас поставила я на четверку. Так, что у нас там? Посмотрим на мясо. Вот такая вкуснятина. Видите? Вот. Вот так вот готовится, девочки. Ой, какая вкуснятина. Вы даже не представляете, девочки. Очень-очень вкусно. Да! И очень просто все готовится. Легко доступных продуктов. Недорогих. Вот. А, как его? Ребрышки стоят у нас 200 рублей килограмм свиные. Ну и мясо сколько там, по 350 или по 400? Шей, по 450. Ну там я взяла с полкило кусок-то. Вот. Все готовится. А потом, когда это рис уже сварится, воды не будет, я добавлю оливковое масло в конце, когда выключу. И поставлю под крышку. Оболью оливковым маслом, и все, красотулечка будет. Вот, прошло 30 минут. Я выключаю плитку. Вода уже выпрела, девочки, видите? Сейчас налью масло. Наливаем оливковое масло. Я уже говорила про него. На оливковом масле не жарят. Я не знаю, как вы, как блогеры, смотрю, жарят во всю Ивановскую, особенно Судакова. Вообще на оливковом масле жарить вредно. А приправить, заправить, да, полезно. Вот. Для жарки есть растительные масла, там сливочные, туда-сюда. Вот и все, девочки. Вот такой рис рассыпчатый получился. Все. Аляулю. 30 минут. Гарнир готов. Обожаю вот это масло растительное. Ой, оливковое. Оно такое, знаете, прям с горчинкой. Прям вообще. Ой. Балдеж! Вот так. Крышку пока не накрываю, чтобы вышел пар. Солнце, у нас лето. Солнце в зените. А что у нас творится с мясом? Прошло, девочки, 30 минут. Температура 200 градусов. Так, смотрите. Мясо берем. Берем мясо. Духовку надо мыть. Теперь видите, потому что вот эти вот испарения, они очень духовку пачкают. Сейчас я переверну. Одной рукой не могу переворачивать. Девчонки, все в собственном соку. Сока прям много. Воду не добавляла. Видите, сколько сока. Вот этот сачок я, девочки, никогда не выплескиваю. Никогда не выливаю. Я потом его добавляю в гарнир. Гарнир любой. Хоть картофельное пюре, хоть рис, хоть гречка. Ну, вообще, хоть... Краснодарский рис круглый, да, ну, хоть любые каши, короче, хоть картошка жареная, хоть картошка пареная, девочки, перевернула мясо, тряпка поехала, и закладываем, сейчас, потому что надо мне уходить уже, ой, прибавлю я огня, все, 220 ставим, и поехали. Ну что, девочки, мясо готовое. Вот, посмотрите. Я думаю, что ничем не хуже, чем шашлык. Шашлык вкусно, да, на костре. А тут, видите, все в соку, собственно, в сачке все. Вот. Я как бы, ну, я продержала меньше часа, где-то минут 45, потому что мне надо уже бежать. Просто времени нет. Сейчас я это все перекладываю опять назад. В эту кастрюльку, в керамическую. Вот, вот так вот. И
закрываю крышкой и поставлю в духовку, выключенную в духовку, чтобы все было горячее. Очень-очень вкусно. Готовьте, девчонки, очень вкусно. Советую всем. Не знаю, как в других кастрюлях, но я думаю, что для такой готовки нужна керамическая посуда. Для хранения, для маринада. Опять звонят. Всегда, девчонки, да, когда начинаю записывать ролик, всегда какие-то звонки, вы понимаете, вот всегда в работе, туда-сюда. И я начинаю волноваться, что я не смогу сконвертировать ролик, блин. Вы знаете, мое, как бы, этот, мое отношение к сконвертации в моем телефоне. Вот посмотрите, видите, горчичка, да? Вот эту горчичку, вот с горчичкой вместе, я поливаю рис. Вот так вот, девочки. Это вот, видите, какой жирный сачок, девочки. Очень вкусно. Сейчас буду писать, да, это не полезно, это жирно. Пошли вы в пизду. Жирно не ешьте. И не полезно не ешьте. Я вам что, в рот закладываю? Я предлагаю нормальным девочкам. Вообще можете есть, не употреблять ничего. Пошли вы. О, пизду, блядь. Как хотите, так и живите, мне-то какое дело до вас. Я лично люблю кушать вкусно и полезно. А вы как хотите. Вот, видите? Вот так вот. Прям полила. Все. Полила, девчонки. Перемешала. Посмотрите, какой шикарный рис. Оливковое маслице, сачок, горчичка, тут все вот это специи. Все вот это поженится, девчонки. Ой, вообще. Это же шедевр. Никакого салата не сделала, девчонки. Да не успеваю я. Вот. Можно просто там огурчики, там туда-сюда помидорчики, что хотите. Короче, можно вообще без всего. Ой, это шедевр, девочки, шедевр. Открываем крышечки. Я сам себе режиссер, я ничего, девочки, не могу спить. Так, где у меня тряпки все? Мне надо тут вытереть со стола. Ладно, теперь смотрите. Тряпку сейчас найду, надо будет вытереть. Вот, смотрите, а это все сюда выливаю. Вот так, смотрите. И все, 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 девчонки. Всем приятного аппетита. Всем спасибо за просмотр, за лайки, за комментарии. Тряпку потеряла. Вытереть со стола нечем. Блять, когда торопишься, хуже всего. Да. Вот такая вкуснотень. Все, сейчас ставлю в духовку. Ставлю в духовку. И побежала. Свисток накрашен. Все, девочки, все. I love you. Bye-bye. Насчет эфиров спрашивали, да, когда эфиры, девочки. Я же сказала, давайте 1000 подписчиков на Яндекс.Дзен наберем. И тогда поэфирим. Опять ко мне звонки. Все, девчонки, все. Всех люблю. Всем спасибо, всем пока.